Всем привет! Разбирал сегодня дверь заднюю на автомобиле Nissan Qashqai. Обратил внимание, что разбирается и собирается она без единого болта, самореза, в общем, голыми руками, без инструмента, без ничего. Ну, разбирается в смысле обшивка. Покажу, как она собирается. Ну, разбирается в обратной последовательности еще проще. Потому что когда собираешь, надо тут совмещать клипсы, сверху ее ставить. А тут, в общем, смысл такой тут. Сверху она заводится, как обычно, в паз. Раз, одели в паз, поднесли, защелкнули. Клипсы хорошие, не ломаются, не выдергиваются, остаются в обшивке. Вот. А потом обычно на всех автомобилях она, обшивка фиксируется либо снизу, в ручке обязательно всегда болт, потому что за ручку дергают, клипсы могут повыдергивать. Бывает здесь где-то какие-то окантовки, тут ничего этого нет. Тут просто она защелкивается, а потом защелкивается, куда одевается проводок, разъем в смысле. И такая часть пластиковая с ручкой защелкивается в обивку двери. И она получается, когда руками ее открывают, она упирается в эту железку и держится. В общем, ни одного болта нет. Сейчас покажу, как собирается. Так, вот обшивка. Заводим. Разъем сверху, кстати, треугольник не мешает этот снимать, его не надо, когда обшивка снимается, тоже не на всех автомобилях такая вещь, обычно тут мешает все, надо тоже снимать. Так, попадаем сверху, за что я говорил, что собирается немножко дольше, чем разбирается. Так, совмещаем обшивки, то есть эти клипсы. Так, слышно по звуку, что они хорошо заходят. Все, и вот это получается, она прислоняется, ничего тут не надо ни отщелкивать, ни ломать. Когда разбираешь и собираешь, вообще сюда лезть не надо. Потому что я как первый раз, когда разбирал, думаю, сейчас надо будет вот эту отщелкивать. Сразу у меня мысли, что она сейчас где-то пообдирается. Бывает на машинах вот такие вот эти ободки не очень хорошо снимаются. Теперь, и вот эта ручка, за что я говорил. Просто сюда вставляется и все. Отщелкивать с передней части ее надо потом. Все, и когда руками дергают, там вот эта железка стоит. Все, и так же разбирается. Отщелкивается ручка, сдергивается обшивка. В общем, ни одного болта нет. Так вот, всем пока.